На турнире шоу программ «Русский вызов» чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева была удостоена специального приза одного из членов жюри за номер «История танцовщицы». Часть своей программы фигуристка исполняла у балетного станка. О том, насколько было непривычно исполнять такую программу, Лиза рассказала в своем интервью. Когда мы готовились к этому шоу-турниру, то решили, что Илья Авербух лучше всего подойдет на роль постановщика. И мы остановили свой выбор на танго. Не совсем обычным, чтобы показать свой стиль. Если честно, я больше переживала даже не из-за того, как скатаю номер, а из-за станка, хотя почти у всех участников шоу было много разных декораций. А у меня всего лишь станок. Но это все равно был новый момент в программе. И я могу сказать, что намного сложнее отрабатывать номер с каким-то атрибутом, чем просто катать программу и даже делать прыжки. Когда мы начали репетиции в мегаспорте, то станок закрепили на льду, чтобы он не двигался. Потому что иначе делать на нем какие-то движения просто было рискованно. Всем удачи!